Николай Томашов уже 5 лет работает депутатом Химкинского совета депутатов, а сейчас у него еще одна важная социальная роль. Он был выбран лидером движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». За время работы уже многое было достигнуто в совершенно разных сферах. Опыт показывает, что, объединившись с жителями, результаты можно увидеть быстро. Например, ветераны НПО «Энергомаш» выступили с инициативой благоустроить аллею героев трудовой славы. Продвинуть идею помогли лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Нашему городу есть чем гордиться, и очень здорово, чем больше людей. Здесь много людей ходит. Они будут приходить и ознакомливаться, какие предприятия у нас в городе есть, какой вклад они внесли не только вот именно в наш городской округ, но и, в принципе, в нашу страну. Важнейшей задачей депутатов Совета депутатов остается ежегодная подготовка бюджета городского округа. За 5 лет работы при активном участии Николая Томашова были выделены средства из муниципального бюджета на строительство 6 новых поликлиник, 10 школ, 20 детских садов, 10 спортивных комплексов. Но на этом деятельность депутатов не ограничивается. Говорит, пожалуй, самое важное – это работать с обращениями жителей, откликаться на самые разные просьбы и доказывать, что неразрешимых проблем не бывает. Вы знаете, наверное, когда видишь такое вот, ну, благодарное лицо человека, счастливое, когда он вроде как приходит с проблемой, для него это кажется, ну все, жизнь остановилась, все вокруг, никто не поможет. И когда ты ему помогаешь, вроде как для меня это какая-то небольшая помощь. Вот. А для жителя это настолько вот важно. Ну и не побоюсь громких слов, когда он говорит спасибо, это здорово. В ноябре прошлого года в доме на улице Маяковского загорелась кровля. Огнем были охвачены несколько квартир. Часть дома пострадала при ликвидации пожара. Многим жильцам было просто некуда идти. Когда ситуация начала заходить в тупик, люди обратились к Николаю Томашову. Он сразу приехал на место происшествия, решил вопросы с управляющей компанией, оперативно предоставил мусорный контейнер, ведь было очень много вещей на выброс. На месте был утвержден график ремонтных работ, исполнение которых депутат контролировал до конца. По завершению ремонта Николай Томашов выступил с инициативой о компенсации ущерба пострадавшим. Я вышел с инициативой к нашей фракции «Единая Россия» о том, чтобы поддержать именно материально, точечно каждую семью, чтобы просто помочь деньгами, и они могли уже сами закупить то, что им нужно. Такая инициатива, она была поддержана абсолютно всеми депутатами нашего городского округа. Приехал Николай Томашов и на место пожара в ЖК «Солнечная система», который произошел на днях. Вместе с управляющей компанией определил сроки и объем ремонтных работ, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия происшествия. Обещал оказать необходимую помощь пострадавшим. Другая важная задача – это слышать инициативы химчан и помогать реализовывать их. Ведь если так глубоко разобраться, то это такая прямо, знаете, революционный момент, когда не власть решает, что нужно жителям. А вот здесь давайте мы это сделаем, здесь вот это сделаем. А именно власть будет делать то, что хотят жители. Одной из таких инициатив стало переоборудование стадиона имени Анфисы Ресцовой, чтобы он стал центром притяжения для жителей не только в зимнее время. Здесь планируется создать туристический кластер с круглогодичной лыжно-роллерной трассой и веревочным парком. Благодаря инициативам жителей, которые они высказали, это, конечно, все будет другое и, соответственно, поменяем. И здесь уже совсем будет другая такая картинка, где уже там гостиницы, трассы. Николай Томашов уверен, что такой подход к решению вопросов в диалоге с химчанами дает максимальный результат, который позволяет регулировать самые различные ситуации в режиме «здесь и сейчас». Кирилл Петухов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.